Всем привет! В этом видео я расскажу вам, что такое NFT. NFT или Non-Fungible Token – это невзаимозаменяемый токен. Невзаимозаменяемость токенов означает, что их нельзя обменять или заменить другими аналогичными токенами. Токен представляет из себя сертификат, хранящийся в защищенной базе данных, которая называется блокчейн. Блокчейн – это технология, позволяющая записывать информацию о сделках. Изменить или удалить эти записи из базы данных нельзя, можно только добавить новые. Эта технология основана на эфире. Эфириум или эфир – это криптовалюта. Эфир является не только платежной валютой, а также средством для обмена ресурсами или регистрации сделок с активами. Все это означает, что невзаимозаменяемый токен неповторим и существует в единственном числе. Каждый токен содержит идентификационную информацию, которая отличает его от других. Заменить или удалить эту информацию невозможно. Информацию о токенах и их владельцах закрепляют в блокчейне. Такими токенами можно наделить цифровое искусство. Примеры такого искусства – диджитал-арты, 3D-модели, подкасты, игровые предметы, музыка, видео и многое другое. Цифровое искусство не считается чем-то ценным, потому что его легко можно скопировать и распространить бесплатно. Но технология NFT помогает решить эту проблему и дает возможность обеспечить право собственности на такие цифровые объекты. Обеспеченный уникальным токеном объект искусства называется крипто-арт. Благодаря этой технологии файл в процессе передачи к новому владельцу не копируется. Только тот, кто владеет правом собственности на крипто-арт, имеет право им распоряжаться, перепродавать или получать иную выгоду от его использования. Обеспеченная технологией NFT-картина – это оригинальный предмет искусства, наделенный ценностью. Для сравнения, скачанный из интернета файл не стоит ничего. Таким образом, вы можете продавать или покупать крипто-арт. А в одном из следующих видео мы расскажем вам, как это сделать. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.